друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр». Студія Аніта Рашевська. Європа там чи Європа тут? Ми з вами дізнаємося в нашій сьогоднішній програмі. І спробуємо налаштуватись на свято, яке чекає світ. Є така польська пословиця «Гость в дом, Бог в дом». І навіть дуже багато колядок, які перекликаються і, такий спор, можна сказати, культурний, чия це колядка, польська чи українська, тому що слова, в принципі, одинакові, мелодія одинакова. Це символізує рождення любви в серці. І це от таке поняття у католиків, тому в цей день, в день Рождества, в день рождення, славлять Христа і славлять от цю любов, яка має родитися в кожному серці. Получаешь удовольствие от плодов своего труда, какого, какие они были, не были. Потому что, всякое бывает. Вот, бывает огорчение, когда что-то делаешь. Бывает такое. Сьогодні, друзі, ми з вами в гостях у голови Миколаївського обласного товариства поляків Єлизавети Селянської, яка запрошує у вас приєднатись до підготовки різдвяно-новорічних свят. Друзья мои, все, кто стремится в Евросоюз, не стремитесь, мы уже в Евросоюзе. И как гласит надпись, внимание, вы находитесь на территории Евросоюза. Вот так, благодаря нашей передаче, мы с вами и уже твердо стоим в Евросоюзе. И сегодня я хочу познакомить вас членами Евросоюза, с главой Польского общества Николаевской области. Ну, если идти в Евросоюз, то уже и идти, а мы с вами уже туда пришли. И я с удовольствием представляю вам хозяйку этой территории, территории Евросоюза, Елизавету Гайсовну Селянскую, которая возглавляет Николаевское областное общество поляков. Как живут поляки у нас здесь? Как им живется на территории нашей Николаевской области, мы сейчас узнаем. И не только об этом. Елизавета Гайсовна, спасибо, что вы нас пригласили. Тем более мы встречаемся в такие праздничные дни, когда вот уже грядет Рождество. И католики отмечают Рождество 25 декабря, то есть уже через несколько дней встретите этот замечательный, радостный и светлый праздник Рождества. И поэтому, может быть, сначала о Рождестве. Как вы его будете встречать? Ну, я хочу сказать вначале, что мы очень рады гостям. Вообще есть такая польская пословица «Гость в дом, Бог в дом». То есть гостям всегда рады, и их встречали с радостью и уважением. Ну, Рождество у нас в основном поляки, как говорит статистика, католики, но это в Польше, в наших местностях. Уже где есть смешанные браки, где костёл был закрыт, то, можно сказать, много католиков, но не все католики, не все поляки католики. Ну и с этим нужно тоже считаться, в этом нет ничего удивительного в нашем смешанном многонациональном краю, да. Но все равно традиции, которые идут, вообще все традиции идут из религии, да, это тоже часть культуры, и поэтому мы стараемся, мы всегда чтим эти традиции и празднуем праздники по польским традициям, но которые перекликаются с католической религией. Поэтому 24 числа – это Вигилия, называется это накануне. То есть Вигилия может быть накануне любого праздника, но именно Вигилия закрепилась за предрождественским днем. Это когда, в православной церкви это аналог святвечера. То есть когда с первой звездой садится вся семья за стол, и на столе 12 блюд должно быть постных, все поздравляют друг друга, и начинается эта вечеря, святая вечеря, после чего уже поют колядки и идут в костёл. Я уже говорила, что не все у нас, католики ходят в костёл, но тем не менее собраться на свят вечер, пожелать друг друга много нового в начинающейся, рождающейся полосе жизни и всего наилучшего. Это наши традиции, мы это празднуем. И, естественно, поём колядки. Колядки поются до 2 февраля, поэтому мы готовим всегда большой концерт
И уже не первый год, уже несколько лет подряд в Доме учителя мы делаем концерт «Коляда», куда приглашаем всех желающих. Ну и сценарии бывают разные. И частично бывают сценарии, где мы показываем, вот как празднуется, то есть как дети украшают елку, это обязательно на Рождество должно быть, украшают елку, готовят подарки, приходит Святой Николай, он приходит, Святой Николай отдельно для детей, да, раньше, ну, на Рождество Святой Николай тоже забегает и еще раз оставляет всем подарки, уже не только детям, но уже и взрослым, и для взрослых, взрослые тоже любят подарки. И поем колядки, то есть большой такой концерт в Доме учителя, куда мы приглашаем всех желающих, туда приходят не только члены общества, которые с удовольствием поют, но и всех желающих, чтобы посмотреть, как живут поляки Николаевщины, как они хранят свою культуру и поют колядки. Ну, украинцы тоже много поют колядок, да, и даже очень много колядок, которые перекликаются и, ну, так, такой спор, можно сказать, культурный, чья это колядка, польская или украинская, потому что слова, в принципе, одинаковые, мелодия одинаковая. Вот. Ну, и все очень довольны на этих встречах. После концерта, это у нас тоже такая традиция, учитель привозит, учитель у нас из Польши, они работают с 99-го года, в общем-то, меняются, но каждый год приезжает учитель. И по традиции, которую завели учителя, после концерта привозят конфеты из Польши. И этот маленький подарок тоже, радость для детей. Вы знаете, вот вы говорите, поют колядки, и поляки поют колядки, у нас поют колядки православные, но все они сводятся к единому, едиными устами прославить рождающегося и рожденного Христа, правда? Да, это так, и самая вот основная тема в этой, самая основная мысль, я бы сказала, когда в костеле тоже вот ксёнс, священник и проповедь ведет, то есть рождение Христа, да, он родился как человек, живой человек, но сейчас уже в то время, когда вот, его нет, да, то это символизирует рождение любви в сердце. И это вот такое понятие у католиков, поэтому в этот день, в день Рождества, в день рождения славят Христа и славят вот эту любовь, которая должна родиться в каждом сердце. Друзья мои, как красиво, правда? Любовь, которая должна родиться в каждом сердце. И вот здесь, находясь в польском обществе, здесь все сделано с любовью. Здесь и стены дышат любовью, любовью к своей культуре, но и любовью к тем, которые приходят к вам. А ведь к вам приходит очень много, Елизавета Гайс. Да, приходит очень много людей, приходят поляки, люди, у которых есть польские корни, которых тянет. У нас есть большая библиотека, где можно взять литературу на польском языке. Приходят также на наши концерты, приходят просто пообщаться в кругу как бы людей, которые понимают друг друга. Это культурная среда, где люди могут поговорить о своем. И также приходят люди, которых просто интересует польская культура, приходят преподаватели, которые берут какие-то книги для изучения, для написания своих работ. У нас тоже есть такой литературы очень много. Ну а приходя сюда, уже окунувшись в эту атмосферу, почерпнув для себя что-то новое, они потом приходят еще. Поэтому мы очень рады, мы открыты и всегда всех принимаем с любовью. Также приходят люди, которые просто хотят изучить язык, вот им нравится язык, это культура, там, почитать книги или поехать в Польшу. Ну, много молодежи приходит, это уже немножко тема другая, но все равно это интерес к польской культуре. Елизавета Гайсовна, ваше польское общество уделяет очень большое внимание подрастающему поколению. Вы опекаете своих детей, не только своих, но особенно тех, которые приходят к вам в общество. И я думаю, телезрители, вы узнали Елизавету Гайсовну, потому что она частый гость и наших прямых эфиров,
и всегда приходите в сопровождении юного поколения. И вы знаете, вот единственное, какой маленький такой нюанс, но мне кажется, он с некой такой долей грусти, потому что многие дети, очень хорошие дети, они потом уезжают. А хотелось бы, чтобы хорошие дети оставались у нас. Это проблема последних лет, потому что мы существуем уже 20 лет, и у нас все время были взрослые дети. И когда меня выбрали председателем, это было еще давно, более 15 лет назад, и тогда в основном в обществе были люди уже старшего поколения, это те люди, которые создавали приход римо-католический, и, в общем-то, это были уже пожилые люди. И я понимала, что для того, чтобы общество жило и развивалось, там должна прийти молодежь. И поэтому я как бы поставила, много сделала со своей командой для того, чтобы привлекать, а работать с вот этими людьми, которые пожилые уже были, чтобы приходили их дети, их внуки. И мы добились этого. У нас очень много молодежи, очень много детей. И начиная с самого маленького возраста, там уже даже если кто родился, и родители уже приходят на какие-то мероприятия с этим ребенком. И когда эти дети подрастают, они приходят на наши концерты, есть много мероприятий, которые мы для детей делаем. Вот перед Рождеством Святой Николай всегда приходит, к нам тоже обязательно приходит. У нас есть костюм, и костюм Святого Николая классического, то есть у него одежда епископа, и он должен послушать, как дети поют и читают стихи на польском языке, это обязательно, и потом раздают подарки. Всем подарки, не все знают, но большинство детей у нас ходят на нашу школу, изучают польский язык, и даже самые маленькие в первом классе уже могут какой-то стишок или песенку. На польском языке, да? Да, естественно. Или колядку поют, так что... И другие мероприятия, где там игры какие-то делаем для детей, и тоже в этом контексте они учатся польских традиций. Вот есть еще такое тоже весной, Мажана называется, это день весеннего равноденствия 21 марта, то тогда сжигают чучело соломенное. На украинской традиции тоже такое сжигают дедуха, а в польской традиции мажана, то есть это зима, и ее вначале топят, сжигают и топят в воде. И для детей это тоже интересно. В Польше эта традиция до сих пор сохранена. Вот, и мы тоже как бы учим детей, что такая традиция есть, она для детей очень интересна. И вот здесь у вас, вы говорили, хорошая очень библиотека книг на польском языке. Люди могут читать на польском языке, но для этого нужно знать польский язык. Елизавета Гайсовна, вы учите польскому языку тех детей, ну и взрослых тоже, которые хотят его знать? У нас библиотека, я бы сказала, уникальная, потому что у нас вся литература на польском языке. И классика, детективы, современная литература также есть, фильмотека, тоже польские фильмы. Мы раз в месяц показываем польские фильмы. Целая неделя идет польские фильмы, потом обсуждаем эти фильмы. Или же на занятиях польского языка пишут рецензии, то есть уже те, которые больше изучают. Для того, чтобы понимать и читать, и понимать фильмы, нужно знать польский язык. Поэтому у нас при обществе есть курсы польского языка, куда приезжают с 99 года приезжают учителя. Это у нас уже, по-моему, шестой учитель, потому что они какое-то время отрабатывают и пересылаются через Министерство образования, поэтому они подписывают договор, приезжают на какое-то время, потом уезжают, и мы делаем запрос, чтобы просим учителя, к нам приезжает другой учитель. Уже несколько лет у нас учительница Кристина Ксенжопольская, ее очень любят дети, взрослые, молодежь.
присылают сюда учителей, так как это через Министерство образования, поэтому учителя приезжают именно с образованием польский язык, имеют дипломы, имеют практику в польских школах, и приезжая сюда, они уже работают с детьми, с молодежью, то есть они уже знают, как дать польский язык для иностранцев. Ну и параллельно они помогают председателям провести какие-то мероприятия на польском языке. Ну, у нас все мероприятия на польском языке. Но в том контексте, что как это делается в Польше. Потому что, естественно, человек, который родился, живет в Польше, сколько бы мы ни читали литературы, все равно есть какие-то нюансы, которые мы можем даже просто не знать. Вот. А они приносят нам эти нюансы, и мы за это им очень благодарны. А наши ученики, которые приходят учиться, конечно, получают образование высшего разряда, скажем так. И уже тогда они могут и разговаривать, читать, смотреть фильмы, то есть пользоваться польским языком. И когда уже начинают, когда люди приходят, вернее, учить польский язык, то говорят, что там польского языка? Почти как украинский. Но когда начинают, когда уже проучат год, два, три, и тогда уже говорят, какой сложный польский язык. Да, он очень сложный, он среди наиболее сложных языков, именно по грамматике. Елизавета Гайсовна, и класс, который находится вот там за дверью, мы сейчас через него прошли, это именно в этом классе происходят занятия, проводятся встречи, да? Да, это класс, это помещение нам дали в аренду как общественная организация, это коммунальная собственность, она принадлежала, и сейчас она принадлежит управлению образования ГРАНУ. Мы здесь делали ремонт и сделали класс специально для занятий. Там проходят занятия, показывают фильмы. У нас очень хорошее и оборудование для изучения. Компьютеры, ксероксы, проекторы и экран, где можно посмотреть более-менее нормальный, почти как в кинотеатре фильм. Занимаются там дети, молодежь и взрослые. Дети у нас начинают ходить с первого класса. У них, конечно, программа отдельная, и учебники отдельные. И если они еще писать, читать не умеют, то они, да, учат стишки, учат песенки, танцуют, прихлопывают. И учитель их так занимает, что они бегут даже с большим удовольствием к нам, а у нас это же не обязательная, да, школа. То есть это воскресная школа, да, можно так сказать? Называется воскресная школа. То есть это по желанию. Мы никого не гоним, родители тоже не гонят детей, но они все прибегают сюда с большим удовольствием пообщаться, послушать преподавателя, научиться чему-то новому, такой интересной форме. И когда потом дети, которые учатся у вас в воскресной школе и уже даже знают немножечко, умеют говорить на польском языке, потом они приходят в общеобразовательную школу, телезрители, там они начинают учить другие языки, но они уже при этом приходят в школу подготовленные. Конечно, они уже понимают, что надо учиться, и учиться – это хорошо, получаешь какие-то знания. Елизавета Гайсовна, а скажите, пожалуйста, вообще поляков в нашей области много? У нас очень много. Хотя по статистике было, по статистике это по переписи еще 2001 года их по области насчитывалось 1500. Однако с тех пор прошло очень много времени, то уже давно все эти 1500 прошли, наверное, уже 5 было, прошли через наше общество, которое имеет польские корни, у которых есть документы. Некоторые даже не догадывались, но потом поднимают, и там, да, есть поляки, родители, дедушки, бабушки. Еще очень большая прослойка у нас в Николаевской области – это поляки, которые были переселены по великим переселениям Польско-Советского Союза, когда двигали границы перед войной, во время войны, операция «Висла». Это трагические страницы нашей совместной истории. И оттуда было переселено большое количество людей именно в Николаевскую область, сюда на юг. И такие люди тоже есть. Хотя они по документам считаются украинцы,
Но они считают себя поляками, потому что они там родились, они там выросли, и все равно эта часть культуры там осталась, и они приходят к нам. И вот здесь мы находимся, ну можно же сказать, что мы находимся на территории Польши. Вот ваше общество – это территория Польши. Да, это маленький островок Польши в Николаевской области. И здесь вот телезрители вы сейчас увидите за спиной нашей героини Елизаветы Гайсовны. Это нарисованный польский орел, это нарисован он руками детей? Да, это у нас периодически проходят выставки. Например, осенью где-то с месяц назад, наверное, в начале ноября была неделя польского фильма для взрослых, и для детей тоже всегда обязательно мы берем какие-то фильмы для разного возраста, для самых маленьких это мультфильмы, для средних подростков тоже фильмы их возраста, ну и для старших уже немножко посерьезнее эти фильмы. Ну и когда у нас вот в начале ноября была неделя таких фильмов, показывали мультфильмы, и там было то есть еще не все работы висят, дали заданием, чтобы они нарисовали рисунки, или же учительница, когда проводит задание, то говорит о том, что на какую-то тему тоже нарисовать рисунки. Это было 11 ноября, был День независимости, то говорили о польском флаге, о польском гербе и других атрибутах государственности. И вот герб, да, а русалочка – это герб Варшавы. Вот они, есть легенда, они читали такую легенду, рассказывали, и потом предложила учительница им, это правда для самых маленьких разукрашки, для чуть старше они уже сами рисуют, а это самые маленькие, они разукрашивают. Елизавета Гайсовна, а если, например, люди живут далеко за территорией города, но они бы хотели приехать, и хотели бы они тоже принимать участие в жизни польского общества, как им быть? У нас в Николаевской области, в Первомайске, в Южноукраинске, в Вознесенске есть общества, которые там зарегистрированы и работают, и председателям, и они консультируются, если что, им помочь надо, в общем-то, они сами работают, исходя из тех условий. Есть еще польское село Киселевка, там нет общества, но люди из ближайших, Ваштанка, Березанка, Снегиревка, Киселевка, они приезжают к нам. И мы понимаем, как это сложно доехать сюда, но тем не менее людям это интересно, они приезжают. Как-то говорят, все дороги ведут в Рим, да, телезрители? А некоторые дороги ведут в наше Николаевское областное польское общество. Елизавета Гайсовна, мы встречаемся с вами накануне Рождества. И, конечно, я думаю, что сейчас есть такая замечательная возможность поздравить всех с наступающим Рождеством. Ну и, конечно, с наступающим Новым годом. Что бы вы хотели? Каким, чтобы был новый 2018 год? Ну, я сразу поправлю вас в названии. Мы называемся «Общество поляков». Я всех поправляю, потому что мы собираем поляков, ну и всех, кто интересуется польской культурой, уже потом. А в Новом году я бы хотела пожелать, да, как в Рождество, чтобы у каждого в сердце родилась любовь, чтобы все друг к другу относились любовью, чтобы был мир, взаимопонимание, ну и всего хорошего. Но самое интересное, что чтобы в сердце родилась любовь, для этого нужно работать, да, Елизавета Гайсовна? Чем вы и занимаетесь? Ну, конечно, да. И тогда получаешь удовольствие от плодов своего труда, какие они были, не были. Потому что, ну, всякое бывает. Вот бывает огорчение, когда что-то делаешь. Бывает такое. Но, тем не менее, все равно больше хорошего. Тож, друзі, налаштуємо свої серця на любов. Бог є любов. Любов народжує красу, а краса врятує світ. Так було, є і буде. Сьогодні, друзі, ми з вами були в гостях у голови Миколаївського обласного товариства поляків Єлизавети Селянської. Я, Аніта Рашевська, прощаюсь з вами. На все добре.